Поселок Кудряшовка. Разбитая школа. Укронацисты ударили по ней. Все стекла вылетели. Вот такая вот дыра. А здесь учились дети. Вот сюда был прилет основной. Да, также здесь пострадала и техника наша. Детская площадка возле школы. Посмотрите, прилет какой, воронка. И вот эти конченые нацисты, представляете, лупят по школе. А там как-то должна дочка была слабая. Была в ответ на городские ареты, должен был передать. Ну, вот сейчас глянем, что с детства, если на самом деле. Любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Не переживай, у нас все в порядке. Подарок с меня, жена, как обещал, вернуться живым. Все делаю для нас, для Донбасса. Первый батальон, его тут нет, да? Первого бата нет. Тимофеенко, это был вот этот, да? Давай. Фамилии нет. Картошка на общак уходит. Смотрим. Тимофеенко опять. Слушай, ты пока лидируешь. Красавчик. Самый портовый. Рыжков Женя. Старцев Виктор. 2000 года рождения. Может еще больше. Фамилия Сало. Сало. Это вторая рота. Не, это не наша. Это куда-то надо прийти. Девочки, вам большое спасибо. Спасибо. За нашу заботу. Лучше за вашу. Дождались. С третьей попытки дождались. Все. Жены, матери, всем привет. Мы вас любим. Скоро будем дома. Живы, здоровы. Родные мои, всем привет! Всем родным привет! Всем родственникам привет, спасибо за заботу! Привет! Кировск, привет! Марина Руденко с 10-летием педагогического стажа. Привет! Складывайте все в одно место, потом все вместе ставим. Да. Зовите всех сюда поближе, чтобы понимать. Так это тут, да нет. Сейчас прошло, все в руки врусится. По блин дожам, роты есть, роты нет. Да, командир рот придут, заберут все посылки, так что не переживайте. Просто... Мы два воспитателя республиканского казачьего кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова. Были призваны, как положено, по мобилизации, чтобы защищать свою родную землю. Передаем огромный привет всем нашим кадетам, воспитанникам и преподавательскому составу. Директору полковнику Базаки Андрею Александровичу Устинских. Полковнику Черепову. Черепову. И остальным офицерам. И детям, естественно, нашим. Помимо нас еще 6 воспитателей, командир роты также. Первая рота. Данилу передай привет. Успенскому Данилу. Всем привет. Ждите с победой. Там сигареты, там такое. Все, спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Все, кто тут были, давайте. Батальон 4-2. Выгрузили груз. Здесь очень много посылок с фамилиями. Но ребята знают, кто здесь стоит, где. Потому что сложно отдать всем в руки. Вот здесь командиры есть... разберутся. Да, командиры рот. Вот все приняли. А вы передайте привет своим родным, поблагодарите за эти посылки. Каждый приодись прям поближе. Ну, по очереди говорите, мы уже кадетскому корпусу передали. Да, также передаем всем привет. Спасибо за посылки детям, ну, как бы обычно. Города называются. Всем спасибо. Город Луганск. Краснодон. Краснодон. Спасибо всем. Луганск. Спасибо. Луганск. Луганск. Привет. Тут Луганск. Луганск. Луганск, всем привет. Всем привет, живы, здоровы. Луганск.
Краснодон, привет, спасибо, мама, за посылку. Суходольск, привет, спасибо, мама, за посылку. Краснодон, привет, спасибо, родители, большое. Жена, привет. Краснодон, привет, спасибо большое за посылку. Добровольцы пришли с восходом солнца. Спасибо, что не бросили нас трудный час. Котел под Иловайском и бой под Первомайском. Спасибо другу, что меня от смерти спас. Но полегли герои, стальные зверобои. А вас мы, братья, будем помнить сотни лет. Такая вот работа у нашего расчета, и в силе духа наш простой секрет. Победа за нами, в руках наших знамя, и русская слава летит над землей. Победа за нами, мы шли к ней годами. Свободный Донбасс, мы навеки с тобой. Тебе привезли. Мы привезли тебе пакетик. Лапка. Реклама. Лучшие собаки на передовой кушают корм Лапка. Иди сюда. Он не понял. Погнал работать. Ты чё? Там он на тушняке живёт. Ты чё, не отрабатывать деньги рекламные надо. Кушай. Хоть одну съешь. Нам больше не дадут. Фу, да? Да. Всё, родненькие, целую, обнимаю. Скоро буду дома. Родителям привет, зайка. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо за рисуночек. Письма вот от родных, да, тоже. Наш батальон. Дитятьев. Дитятьев, да. Наш. Где три двойки? Так что, три двойки есть тут кто-нибудь? Да, вот. Ну пусть подходят, заберут посылку. Можно посадить кого-то. Три двойки, первая рота. Посмотрите посылки ваши. От ваших родственников. Свилен, помогай. Вот он. Саповалов рота, второй взвод. Забирайте, отдадите. Ну, да, куда-то. Давай. Пацаны, берите. Давай, куда-то складывайте. Давай, что-нибудь буду. Такие вот собаки тут. Вот она. Батальон 3-2, вот взвод 1, Сыпачев, тоже наш. Да. Шелученко. Ай, ой, мама, мой, мой. Твое, да? Твое, да? Миша. Мой. А вот сразу Шелученко второй заход. Пока я буду. Тут у нас вся машина 22-24, правильно, Стас? Почти. А что там еще? 24-28 какие-то. А это кто и где? Это миномет. Его, блядь, никак. А? А? Не, родственники смотрят. Все. Не, ну я вообще его забираю. 22-24 вот. Ну отдайте, если нет, тогда уже на общак заберете. А тут ой, вот это тот самый мешок, самый-самый. Батальон 22-24, выгрузили груз от родных и близких. Вот, ребята, живы-здоровы. Передайте привет своим родным. Спасибо, спасибо огромное всем. Спасибо большое. Откуда, с какого города? Говорите и привет Краснодон. Передавайте. Краснодон. Луганск. Город Лутугина. Луганск. 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 Красный луч. Отработал еще один раз. Отработал за всех нас сполна. Арсен, Моторола, Комбат. Твое сердце мотор навсегда. Твои руки в мозолях войны. И с ухмылкой прищуренный глаз. В нашей памяти фразы твои не сдадим.
фашистам Донбасс. Работайте, братья, работайте. Есть профессия родины — защищать. Герои большой Новороссии, ваши звезды никому не отнять. Работайте, братья, и знайте, даже если вас нету на грешной земле, слова света врагам передайте. Русский дух не сломать на войне. Русский дух не сломать на войне.